Теплее ожидаемого было на Камчатке во второй десятидневке апреля. Температура воздуха в этот период превысила климатическую норму на 2-5 градусов. Исключение составили побережье Алюторского и Карагинского районов, где термический режим был близок к обычному. По сообщениям синоптиков, во второй декаде апреля южные циклоны приносили на полуостров тепло, а западные не давали холодным воздушным массам севера проникнуть на территорию края. Максимальная температура воздуха в центральной части Камчатки достигала 18 градусов, что ускорило таяние снежного покрова. В южной половине края в большинстве районов осадков выпало меньше или в пределах нормы. В северной половине в среднем в 3 раза больше нормы. На фоне теплой погоды в долине реки Камчатки и местами в Елизовском районе разрушение устойчивого снежного покрова произошло примерно на 2 недели раньше обычного.